dvhub.ru. 23 февраля. Отлично. Это праздник только для военных? Это для всех мужиков. Это только для мужиков. Это для тех, кто хочет защитить, если понадобится, свою семью, своих близких. Ну, с праздником всем мужества, отваги, быть защитниками дома, женщин. Спасибо большое. А это кто? Ну, должен быть праздник мужчин. Пусть это будет их праздник. Нет, это праздник для всех мужчин. Мужчина же не только там, то есть должен служить, он также защищает и свою семью, например, своих детей, любимых, друзей. Так что поздравляю всех мужчин. Мне кажется, не только, потому что, мне кажется, те, кто только будут служить в армии, у нас в России это обязательно, срочная военная служба, все-таки тоже могут его отмечать. А, как раз сегодня такой вопрос у меня был, как бы. Но я думаю, это что-то праздник, как сказать, и служивших, и не служивших. Потому что те, которые не служили, они будут в будущем защищать, если там что-то произойдет. Или они, ну, как бы по призыву. Так что это их праздник тоже, на мой взгляд. Конечно, ты послужил. Мнение, что дослужить может любой и должен. То есть если, как говорится, отчизна в опасности, то каждый встанет друг за другом. То есть даже те, кто может или не может, здоровые, еще какие-то люди. Ну, то есть я считаю, что это действительно праздник общий, а не каких-то единиц. Когда-то не только был, как сказать, в военной форме, но соприкасался с жизнью вообще армии, как служить. На дальнем гарнизоне мне довелось служить на Курильских островах. Тот имеет полное право отпраздновать этот праздник, в том числе и женской половины. Поздравляем, мужчины. Поздравляем вас с наступающим праздником 23 февраля. Поздравляют не только взрослое население, а также юноши, потому что в будущем они тоже будут защищать нашу родину. И не только родину, а и семьи, и всех своих близких. Как вы думаете, этот праздник только для военных? Этот праздник не только для военных, потому что защищать нужно не только родину, а и свою семью, своих близких. Я поздравляю всех мужчин планеты с праздником. Мужской силы вам, счастья, здоровья и любви от своих женщин. Поздравлять надо в этот праздник каждого мужчину, потому что они все любимые. Ура! Уважаемые мужчины, поздравляю вас с 23 февраля. Пусть каждый день будет успешным, а каждый поступок достойным. Желаю быть вам здоровыми, сильными, любимыми и непобедимыми. И я считаю, что в этот день поздравления достоин каждый мужчина. Мы еще не раз встретимся! Мужики! 23 февраля! 23-го! Всех! Поздравляем всех! Всем здоровья! dvhub.ru